Цуковский с передовым отрядом! Как слышите? На связь не отпалил он фланг. Боеприпасы нет. Ступайте. Слушайте. Боже здесь. Владимир Воскович, как вы здесь? Там же все под обстрелом. Связь повреждена. Почему прекратили наступление? Какое наступление? Ни одного патрона. Сергей Николаевич, получена телефонограмма Колчака в Иркутске восстание. Мы должны освободить город. Там соединимся с адмиралом. Кроме нас спасти город никто не сможет. Надо наступать. Офицеры! Солдаты! Братцы! Патронов нам ждать неоткуда! Да и черт с ними! С нами Бог! А с Богом и с молитвой мы всегда врага били и будем бить! На все воля Божья! Рассуждено умереть, так умрем с честью! Или грудь в крестах, или голова в кустах! За веру! За отечество! Стыковую! Вперед! Вернуть штыки! Вернуть штыки! Вернуть штыки! Вернуть штыки! Вернуть штыки! Вам нельзя! Вы командующий за вами армия! Вперед! Все музыканты! Музыку живо! Музыку не отказал! Один народ православный.